А на каком спектакле вы были? Спектакль назывался «Как-то что-то про мужчин». Письма, да, мужчин среднего возраста, как продолжение некое такое, да? Как вы попали на эту постановку? Меня мой любимый мужчина подарил мне билет, и я пошла посмотреть на вам это. Вам понравилось? Знаете, очень странное ощущение, спектакль очень сырой, и от этого он очень живой. Кортнев, мой любимый, болеет, и от этого очень мне грустно. С была замена? Нет. Он сам пел, просто спектакль очень длинный, 3 часа не курила. Он сам пел, но он мало пел. Пели его в основном группа. Но он выглядит немножко нездоровым. Мне очень жаль. Вообще, конечно, супер, когда его покатают. Но видно, конечно, шероховатости тоже хорошо. А эмоции остались хорошие. Отлично, супер. Спасибо